Глава Амурского муниципального района наградил троих матерей, чьи дети с честью выполняют свой долг перед Родиной в рядах вооруженных сил. В стране полным ходом идет весенний призыв. И пока новобранцы только готовятся произнести слова присяги, ребята чуть постарше уже отдают долг Родине. И хотя сейчас служить приходится совсем немного, всего лишь один год, за это время бывшие школьники становятся настоящими мужчинами. А кто-то из ребят уже успел себя проявить и был удостоен поощрения на воинской службе. Вот и трое наших земляков, которые проходят сейчас срочную воинскую службу, были удостоены наград за отличное несение службы. Но есть среди них те, которые служат очень хорошо. И вот эти люди были отмечены командованием частей, там, где они служат. Ну и, естественно, к нам тоже поступила информация, что данные ребята служат хорошо, добросовестно исполняют свой воинский долг, гражданскую свою позицию, патриотическую, то есть патриотически воспитанные правильно. Ну и хотели бы мы в связи с этим поблагодарить родителей этих ребят, которые сейчас служат в армии. 20 мая благодарственными письмами главы Амурского муниципального района были награждены мамы солдат-срочников. Их вручили Валентине Михайловне Долотовской, матери рядового Даниила Долотовского, Оксане Николаевне Соболевской, матери рядового Алексея Соболевского, и Валентине Семеновне Фунтусовой, матери рядового Владимира Фунтусова.